Сегодня в Тюмени прошел ежегодный городской образовательный форум. Педагогов и воспитателей по традиции отметили почетными грамотами Министерства просвещения, а также нагрудными знаками. На пленарном заседании собравшиеся вместе с депутатами главой города Тюмени поставили цели и задачи на новый учебный год. Несколько инициатив предложил и Максим Афанасьев. Тюменские педагоги ежегодно участвуют в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года». Делают это результативно, на самом высоком профессиональном уровне. Это правда здорово. И считаю, что давно пора увеличить призовой фонд. И готов это сделать в 2025 году. Кроме того, на пленарном заседании отдельное внимание уделили новому предмету основы безопасности и защиты Родины. Он введен в программу с нового учебного года и будет нацелен на учеников с 8 по 11 классы. Это интегрированный предмет между предметом основы безопасности жизнедеятельности, который был ранее, и начальной военной подготовкой. Введены темы, все кадры проучены, и мы готовы к преподаванию этого курса.